Все достопримечательности Бессарабии теперь собраны в одном месте. Помочь туристам выбрать локацию для отдыха и проложить маршрут решили, создав онлайн-платформу со всеми туристическими возможностями региона. На интерактивную карту юга Одесской области iMap уже нанесено 38 мест. Здесь собраны не только исторические и архитектурные памятники, но и гастрономические объекты, которые развивают локальные предприниматели. Идея создать подобный маршрут у Юрия появилась в процессе основной работы. Он режиссер. Уже несколько лет наш собеседник ездит по южной части Одесской области и занимается проектами, связанными с туризмом и экологией. При поддержке Украинского культурного фонда разработка заняла не более 5 месяцев. 3 из них команда картографов провела в дороге. Приезжая в Бессарабию, ты за один день можешь увидеть как будто несколько стран и несколько культур, потому что каждое село, оно имеет свои какие-то традиции культурные. Всего, когда мы планировали создание карты до поездок, у нас было порядка от 80 до 100, я сейчас точно не скажу, пунктов, куда мы планировали заехать. Мы проехали практически все. Большую часть времени при реализации заняла визуальная составляющая. Помимо фотографий и видеовизита к локации, прорисовывалась каждая деталь самой карты. Когда вы открываете этот веб-ресурс, перед вами действительно карта Бессарабии прорисована. Единственное, она не совпадает с привычной нам реалистичной картой. Она нарисована больше в каком-то таком, как на мой вкус, мультяшном виде. Она, когда я ее планировал, мы разрабатывали, мы хотели добиться эффекта какого-то, как парка развлечений. Этот парк развлечений разделен на несколько категорий. Культурные и исторические достопримечательности, природоохранные территории, национальная кухня, а также гастрономические и культурные фестивали. Информация предоставлена в виде текста и видео на украинском и английском языках. В будущем авторы онлайн-платформы планируют охватить достопримечательности всего региона. Татьяна Бурумбей, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».